Не каждый знает, что когда музыкант начинает играть, его мозг словно озаряется огнем фейерверка. Музыканты, спокойные и сосредоточенные с виду, читают ноты с листа и совершают отрепетированные движения, в то время как мозг бешено работает. Но откуда нам это известно? За несколько минувших десятилетий нейробиологи, взяв на вооружение технологии наблюдения за живым мозгом наподобие ФМРТ и ПЭТ, значительно продвинулись в понимании его работы. Испытуемому, помещенному в томограф, дают на выполнение те или иные задания, например, чтение или решение уравнений, после чего наблюдают за активизацией областей мозга, отвечающих за данные функции. Однако, когда испытуемым дали послушать музыку, карта активности их мозга стала напоминать фейерверк, поскольку включила сразу несколько областей, отвечающих за звуковосприятие, разложение музыки на мелодию и ритм, их обработку и формирование целостного ощущения от прослушивания. На весь процесс от восприятия первых нот до притопывания ногой в такт у мозга уходят считанные доли секунды. Но когда ученые поместили в томографы самих музыкантов, то обнаружили, что скромный фейерверк превратился в настоящую феерию огня. Если прослушивание музыки для мозга своего рода легкая разминка, то ее исполнение – ничто иное, как тренировка до седьмого пота. Нейробиологи зафиксировали ряд сложных схем, по которым происходит быстрая последовательная активизация областей мозга, совместно обрабатывающих различные составляющие входного сигнала. Но с чем связана столь интенсивная работа мозга? Хотя окончательного ответа у нейробиологов пока что нет, согласно рабочей гипотезе, игра на музыкальном инструменте одновременно задействует почти все области мозга, в особенности зрительную, слуховую и моторную зону коры. Так же, как регулярные упражнения укрепляют тело, постоянные занятия музыкой укрепляют мозговые функции, которые затем могут найти применение и в других сферах деятельности. Очевидное различие между прослушиванием и исполнением музыки заключается в задействовании мелкой моторики, за которую отвечают оба мозговых полушария. Высокая формализация музыки, характерная для математических и лингвистических сущностей, требует работы левого полушария, а ее нестандартное творческое наполнение – правого. Именно поэтому у музыкантов более развит межполушарный мост в виде мозолистого тела, повышенная активность которого позволяет мозговым сигналам перемещаться быстрее и по более разветвленным маршрутам. Благодаря этому музыканты более эффективно решают требующие творческого подхода задачи как научного, так и бытового характера. Поскольку для исполнения музыки требуется хорошо понимать ее эмоциональное и смысловое наполнение, многие музыканты обладают хорошими организационными способностями, владение которыми подразумевает наличие взаимосвязанных навыков тактического и стратегического планирования, а также внимательности к деталям. Все это требует умения обрабатывать информацию с учетом эмоционального аспекта. Также игра на инструменте влияет на работу памяти. Как показывают исследования, музыканты лучше запоминают что-то новое, дольше это помнят и быстрее вспоминают. Ученые выяснили, что в развитом мозгу профессиональных музыкантов каждое воспоминание словно в хорошей поисковой системе, как бы индексируется по ряду критериев, таких как концептуальный, эмоциональный, звуковой и контекстный. Можно ли утверждать, что эти преимущества связаны только с игрой на музыкальном инструменте, а не, скажем, с рисованием или занятием спортом? Или, может быть, те, кто занимается музыкой, изначально умнее? Хотя до окончательного ответа на этот вопрос еще далеко, тот факт, что художественные и эстетические аспекты обучения игре на музыкальном инструменте отличаются от любой другой деятельности, в том числе других искусств, сомнений у нейробиологов не вызывает. Существуют исследования, для которых случайным образом отбирались испытуемые со схожим начальным уровнем познаний и мозговой активности. Так вот, у музыканта по сравнению с прочими испытуемыми наблюдалось усиление активности многих областей мозга. Последние исследования того, как улучшается работа мозга в результате игры на музыкальном инструменте, позволили лучше понять стоящие за этим сложные механизмы, обеспечивающие слаженное взаимодействие невидимых музыкантов в том чудо-оркестре, которым является наш мозг.